находит совершенно передок, и воздухе на охоте отвечает. Thank you.
умеет стрелять. Давай его сюда. Мишка-1, я Ретта. Граниту на высоту, как понял меня, прием. Понял. Давай, подпиши. Мишка-1, я Гранит, прием. На приеме. Выходишь из-за посадки, поворачиваешь налево. Посреди поля будет стоять солдатик. Он покажет, что делать. Принял. Мишка-2, Ретта, прием. На приеме. Становитесь на свою позицию, устраняйте неисправность, прием. Детку, это вытарахни? Да, ТВ. Так на свою старую позицию становитесь и устраняйте неисправность. Как понял меня, Мишка-2? Ретро, я Гранит, прием. Гранит, я Ретро, прием. Ювелир вернулся? Нет, заповеди не было. Мишка-1, я Гранит, прием. Ты видишь его? Мишка-1 на приеме. Ты цель видишь? Цель не бачу. Бачу ориентиры, цели не бачу. Так спустись ты, блядь, вниз, на 300 метров еще съесть. Не стой, блядь, на месте. Сейчас пристрелят тебя нахер. Есть 300 метров вперед. Мишка, 55-й прием. Ты бачишь с левого горба высокий столб такий посеред села? Про який горб кажеш, не бачу, який горб. Все село, справа от села горб. І слева почти зразу самий високий стовп на селі. Бачу, там біля нього якась вузка. Оце від столбом слева, бачиш? За цим столбом слева бачу якусь, якесь строєння. А чуть-чуть лівее бачиш, що поле виділяється. Бачу, виділяється жовте поле і зелене бачу. Погод. Так, только заткнулись. Мишка-1. Я, блядь, еще раз говорю. Ориентир две башни. Две водонапорных башни. Справа, внизу, под ними. БТР. Вот цель. Ее уничтожить. Я Гранит, прием. Пустое? Да. Мишка, я Гранит, прием. На приеме. Ты видишь, блядь, вообще село то? Бачу башни. Бачу поле строения возле высокого столба. Так, стой. Открой люк, вылези на улицу. Я на улице. Гранит 251, сейчас мой наводчик, ему побежал, сейчас покажет. Закопанный пулемет. Видишь его? Посмотри, Гранит, не прийняв тебе. Пулемет, видишь, закопанный? Пулемета не наблюдаю. Вон, сзади тебя солдатик бежит. Сейчас он залезет. Скажи ему, чтобы он показал тебе, где забава стоит. Едь к забаве. Мишка, ты видишь, где забава стоит? Не видно, надо встать назад, мы сейчас назад стоим. Блядь, спроси у солдата, где забава стоит. И едь сюда, к забаве. Сел два кардана. К вам? Мишка, я Гранит, прием. Гранит забавить? Да. Я, блядь, машину тут руками и ногами на дороге напротив него стою, отсюда охуенно видно. Мишка, я Гранит, прием. Я на приеме. Ты видишь две водонапорные башни? Не здание, блядь, с огромной вышкой, а две водонапорные башни. Мишка, ты их видишь? Вижу, Гранит, вижу, подожди. Мишка, я Гранит, прием. На приеме. Скажи мне, блядь, что ты видишь, пожалуйста, скажи, что ты видишь. Гранит, давай. Да. Я Гранит, прием. Смотрите на приеме, блядь. Блядь, проедь нахуй вправо, блядь. Там стоят два солдата, ждут тебя, блядь. Хули ты встал, блядь. Проедь вправо.
стучится, ебать, наших пацанов домой, сука. Происходит неожиданный перешок в реальности, на охоте отвечает на сука твои, блядь. Сиявый, блядь. Цей выручок нахалится до нас в укол, блядь, и цепленчу тусывается на цел созревище. Сторона нарушила перемирие. Ребята, я вас поздравляю. Блядь, найди ты нахер, блядь, когда я отсюда вас пиздую, то это что, блядь? Нахер, это, блин, тебе не лист говорит сейчас, понял или нет? Это же даже сейчас стою на сто штук, и в меня это же даже стреляют, блядь. Вау, блядь. Еще раз, что ты сказал, блядь? Ты кто такой, блядь, Вася? Ну точно не такой Вася, как ты, понял или нет? Запаса между собой. Успокойтесь. Мы все делаем одно дело. Поэтому ссориться между собой просто не стоит. Завтра будем с этой хуйней разбираться. Точка 2 плюс. Я просто что делать сегодня? Я могу больше постоять. Понимаешь? Ты что хочешь мне сказать, что я что-то могу понять или не понять? Я все прекрасно понимаю, все вижу и слышу. А я тебе ответил то, что сказали не со штаба только что. Ты согласен, хай выйдет тут все такое, что баллов пойдут по позициям. Есть большие паперы. Вас развели как маленьких детей, если вы повелись на этот разум, то в целом будет страдать не мы конкретно, мне насрать на что-то навек. А вот будет страдать ЦЖ-шечник, а немножко другая репутация. Так засрал я на эту репутацию, когда моя жизнь на кону стоит. Так а ты ради своей жизни здесь стоишь или ради репутации страны, блядь?